Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRasset.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A10. И в этом видеоролике мы вам покажем, как включить мобильный интернет на этом телефоне, как поменять сим-карту для мобильного интернета и так дальше. Давайте сперва настроим сам мобильный интернет. Для этого заходим в настройки и в настройках выбираем пункт подключения. В пункте подключения нажимаем диспетчер сим-карт. Видим пункт «Мобильные данные», и здесь можем выбрать, с помощью какой сим-карты мы будем использовать мобильные данные. У меня сейчас только одна сим-карта, поэтому у меня нет вариантов выбрать первую сим-карту. Вы здесь выбираете сим-карту, которая будет использовать мобильный интернет. Теперь можем уже возвращаться, свайпаем дважды по экрану вниз, и видим пункт «Мобильный интернет». Здесь мы можем его включить или выключить, поставив галочку возле мобильных данных и сделав этот пункт синий. Мы включаем мобильный интернет, сделав пункт «Мобильные данные» серым, мы его отключаем. И на этом будем заканчивать. Больше видео об этом устройстве, его секретные функции, тесты камеры и так дальше найдете у нас на канале, так что обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. Пока!